Стоянка запрещена. Второй день в Чебоксарах действует запрет на стоянку междугородних автобусов Чебоксары-Москва. Постановление о запрете было подписано в конце июня администрацией столицы. Теперь транспорт отправляется со стоянки на пригородном автовокзале. Как исполняется запрет, проверила наша съемочная группа. Будний день, 5 часов вечера. Привычное для автобусов место пусто. Впечатление благоприятно, потому что нет толкотни, нет как бы постоянного вот этого зазывания в эти автобусы. Спокойнее стало, действительно. А так сказать, конечно, тяжело. Пока еще не заметили значительных перемен. 12 перевозчиков заключили договоры, и теперь автобусы ожидают выезда на территории пригородного автовокзала. При этом цена на проезд не изменилась. Организована цивилизованная стоянка автобусов, создана вся необходимая инфраструктура для пассажиров. Это и касса автовокзала, бесплатное пользование туалетом. Также создана необходимая инфраструктура для перевозчиков. Территория автовокзала полностью позволяет обеспечить стоянкой все автобусы. О закрытии перевозчики узнали за 2 недели. Им были разосланы уведомления, поэтому решить все вопросы можно было заранее. Постановление о закрытии несанкционированной стоянки было принято еще в 2005 году. Но, как отмечают власти, не было настойчивости, чтобы постановление исполнялось. Зато настойчивость проявляли жители столицы. Обращения были и по этой причине, и было принято решение. Я хочу сказать больше. Значит, мы убрали автобусы, и до дня города, город планирует заасфальтировать данную территорию. Она находится, скажем, не совсем в хорошем состоянии. И, естественно, создать удобства для пешеходов на данной территории. Сейчас здесь установлен знак об ограничении стоянки автобусов. Штраф за нарушение от 1000 до 1500 рублей. За соблюдением правил будет следить экипаж ДПС. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Антон Вовк, Республика.